происшествиям на дорогах. В Каменском районе сегодня утром столкнулись зерновоз и китайский кроссовер. От сильного удара МАЗ вылетел в кювет и опрокинулся. Содержимое его прицепа рассыпалось по проезжей части. Иномарка превратилась в груду искореженного металла. Ее водитель, 48-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте. Водитель автомобиля МАЗ был осмотрен бригадой скорой помощи, отпущен. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.